Здравствуйте, коллеги. Mapic Russia вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Добрый день, меня зовут Худяков Кирилл, я управляющий партнер компании Cinema Alliance Group. Расскажите, чем занимается ваша компания? Наша компания занимается всем, что связано с кинотеатрами в торговых центрах. Мы занимаемся проектированием, строительством, оснащением, запуском в работу и управлением кинотеатрами, которыми владеют торговые центры. Замечательно. Расскажите, может быть, сколько уже объектов построено, в каких регионах? Ну, в этом году у нас юбилей, нашей компании 10 лет. И примечательно, что именно на Mapic, тогда еще на Rex'е, наша компания родилась как таковая. Мы пришли просто с идеей, с визитками, рассказать о том, что есть у нас вот такое предложение. И с этого момента Cinema Alliance Group появилась как компания. За это время мы больше, чем 90 клиентов в России и СНГ так или иначе через нас прошли. Это был и консалтинг, было и зонирование, было и проектирование, был этап, когда мы выступали переговорщиками в диалоге торгового центра и кинотеатра-арендатора. На сегодняшний день мы единственная в стране компания полного цикла, которая занимается абсолютно всем, что касается кино. Также у нас в структуре есть кинодистрибуционная компания. Мы занимаемся эксклюзивной дистрибуцией индийского кино в Россию и российского кино в Индию. В этом году второй раз мы являемся экспонентами, на этот раз с чуть большим стендом. Построено нами за последние 5 лет 8 объектов. Это разные совершенно уголки страны. Большая часть, конечно, это регионы. Есть объекты в Москве, есть объекты в Ленинградской области, объекты в Воронеже, Саратове, как сразу не вспомнить. 2 недели назад мы открыли новый шестизальный кинотеатр в Севастополе, в Крыму. В прошлом, 20-й год потерялся у всех. В прошлый год для нас 19-й, наверное, как для многих. Были проекты одновременно и в Майкопе, и в Мурманске. Вот, то есть работаем по всей стране. Слава богу, интерес возвращается, жизнь в кинотеатры возвращается. Люди снова ходят, практически сняты ограничения. В регионах полностью, в крупных городах-миллионниках остаются некоторые нюансы, но тем не менее люди ходят в кино, возвращаются премьеры, и возрастает интерес именно к собственным кинотеатрам в противовес аренде. Многие годы большую часть рынка занимали крупные киносети. Это Каро, это Ока, это Киномакс, 5 звезд. И мы были такой, наверное, не самой очевидной альтернативой. На сегодняшний день экономически собственный кинотеатр гораздо эффективнее и с точки зрения возврата вложенных средств, и с точки зрения оператора. Потому что кинотеатр собственный – это не только отдельный работающий бизнес, но и инструмент взаимодействия торгового центра со своими арендаторами. Это возможность предложить закрытые показы для каких-то магазинов, возможность провести какое-то мероприятие. У нас есть свои ноу-хау, с которыми мы выходим. Это достаточно интересные VIP-залы со своими VIP-фойе небольшими, то есть когда, это, скажем так, более статусная аудитория ожидает своего сеанса и смотрит кино в отдельной зоне, скажем так, более премиального уровня. Это бизнес-класс для кино? Да, именно так. Я бы даже сказал премиум-класс. И детские залы, которые пока на данный момент являются нашим ноу-хау, это залы без рядов, да, то, что у нас называется гребенкой на нашем сленге, но это ряды, на которых находится кресло. То есть в детских залах у нас ровный пол, много пуфиков, много-много. И специальным образом построен экран, он так немножко наклонен, для того, чтобы дети могли даже лежа на полу смотреть свой контент. Отличаются эти залы тем, что в них всегда детский контент. В любой момент, вот кто знает, кто с детьми, далеко не всегда ты можешь прийти в кинотеатр и понять, что что-то можно показать ребенку. В наших кинотеатрах всегда это можно сделать. 365 дней в году, вот в любой день недели, пожалуйста, ребенок придет на мультики. И сами эти залы как раз являются так называемыми, нами называемыми, многофункциональные залы. Они мебелью, мы решаем вопрос, что в этом зале делать.
То есть мы убираем пуфики, ставим туда кресла, столы, и это превращается в некие лектории, зону, там, может быть, мастер-классов, презентационную площадку. Убираем столы, оставляем диваны, и это киберарена, где могут проводиться турниры по компьютерным играм. Там, ну, в общем, вариантов масса, что можно с ними делать. Так или иначе, на сегодняшний день мы единственная в стране компания полного цикла. Замечательно. И мы с вами общались, вы рассказали так много интересной информации, но в голове у меня засело то, что огромное количество детского контента, расположен зал специально для детей, пуфики, экран под наклоном, и я сразу думаю, я возьму все ваши визитки, обязательно, как отец двоих детей, пойду в один из ваших кинотеатров с удовольствием, отведу детей, чтобы они наконец-то посмотрели кино, не как это делают взрослые, потому что детям обычно тяжело это делать. Усидеть на одном месте какое-то долгое время. А пуфики – это что-то с чем-то. Спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Надеюсь, наша выставка подарит вам новых интересных клиентов. И спасибо вам, что рассказали о таком интересном кинотеатре. Я очень надеюсь, что многие люди, кто не являются потенциально вашими клиентами, как в постройке кинотеатра, но, конечно, с удовольствием захотят прийти в вами уже построенные. Спасибо большое. Спасибо и вам. Очень ждем вас и на стенде, и в наших кинотеатрах. Всего хорошего.